Приветствую, я Дерек Уолкер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы находимся в серии ⁇ О хвале, благодарении и поклонении ⁇ Мы сейчас говорим о хвале и о том, каковы ее преимущества для нас. В прошлый раз мы рассмотрели шесть путей, как хвала приносит пользу, и сегодня мы продолжаем говорить о мотивации хвалы. Итак, шесть преимуществ хвалы, через которые Бог работает в нашей жизни. Во-первых, хвала вводит нас в Божие присутствие и вводит туда же наши сердца. Во-вторых, хвала вводит нас в полную победу. В-третьих, хвала высвобождает в нашу жизнь славу Божию. Четвертое, хвала освобождает нас от духа тяжести и депрессии. Пятое, хвала великолепна, и она красит нас и наш характер. И последнее, шестое, хвала высвобождает духовную силу в наши сердца для жизни в силе Его, чтобы мы могли осуществлять Божью волю. Радость, Господа сила Твоя. Я приведу один пример, и мы продолжим. Мы поговорим о седьмом преимуществе. Хвала важна для того, чтобы в нашем сердце высвобождалась сила, особенно в трудных условиях. Иаков призывает нас радоваться, когда мы впадаем в скорби и испытания. Очень важно не позволить неудачам одолеть вас, но реагировать на них правильно. Ваша реакция крайне важна. Ответьте на это хвалой и благодарением за то, что Бог обратит это все вам во благо. Такая реакция крайне важна. Одна из причин состоит в том, что радость в Господе ⁇ это наша сила. Мы обретаем силу правильно реагировать под давлением условий. А если мы будем реагировать по плоти, мы лишь усугубим ситуацию. Ключ к тому, чтобы ответить на испытания в Духе Божьем, в том, чтобы мы хвалили Бога. А вашу судьбу определяет не столько то, что с вами происходит, сколько то, как вы реагируете на происходящее. Ваша ответственность правильно реагировать на ситуацию. Какие-то вещи, происходящие в жизни, вы не можете контролировать, но вы можете контролировать то, как вы на них реагируете. Ключевая реакция ⁇ радоваться в Боге, благодарить и славить Бога. И тогда у вас в сердце будет сила действовать правильно. Классическим примером этому является Давид. Вряд ли ваша ситуация была настолько тяжелой. Давид столкнулся с ужасной ситуацией. Давайте посмотрим первую книгу царств, 30 главу. Давид и его люди вернулись издалека в свой город Зиклак и обнаружили, что на город напали амаликитяне. Они забрали их жен и все их имущество. Его люди, которые были верны ему, были в таком отчаянии, что даже преданные ему люди хотели его убить. В шестом стихе мы читаем, «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Заметьте, он укрепился Господом Богом своим. Если бы он пошел на поводу у своей плоти и у своих эмоций, он бы вышел из себя, как все остальные. Но вместо этого он укрепился в Господе. Как он это сделал? Он размышлял о Божьих обетованиях в его жизни, славил и благодарил Бога, исповедуя. Бог ⁇ ты со мной. Ты в завете со мной. И ты поможешь мне. И когда он прославлял Бога, его сердце укрепилось, чтобы правильно на все это отреагировать. Вместо того, чтобы быть с поглощенным отчаянием, его сердце исполнилось силой и надеждой на то, что Бог больше, чем эта ситуация. Он славил и возвеличивал Бога, и в результате к нему вернулась надежда он снова мог сражаться. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище и догоню ли их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Давид и его люди погнались за амаликитянами, и Бог сверхъестественно привел их в их лагерь. Они напали и поразили их. Отобрали у них своих жен и все свое имущество, и к тому же забрали еще то, что было у амаликитян. Они взяли у них больше, чем имели до этого. Также, когда обстоятельства жизни посылают нас в нокдаун, ключ в том, чтобы действовать как Давид, укрепиться в Господе. Как именно это сделать? Радость в Господе — сила ваша. Начните славить и благодарить Бога за Его обетование, за Его любовь и за то, что Он действует в вашей жизни. И по мере того, как вы будете укрепляться в Господе, Бог вернет вам надежду и силу сражаться. Вы можете подняться и отобрать у врага все. Это шестое преимущество хвалы. Хвала высвобождает духовную силу в наши сердца для жизни. Седьмое преимущество ⁇ через стиль жизни хвалы мы ищем Бога и все больше придаем свои сердца в подчинение Богу и в единство с Ним. Это одно из наилучших преимуществ хвалы. Мы видели это раньше в 21-м псалме. Там сказано «Но ты, святой, живешь среди словословий твоего народа». То есть наша хвала строит престол, на котором выседает и царствует Господь. Хвала приглашает Его присутствие в наши сердца. Когда мы славим Бога, Он приходит Духом Своим и выседает на троне нашего сердца, что означает, что наше сердце входит в подчинение Ему и в единство с Ним. И это подтверждается миром Божьим, наполняющим наши сердца. Мир в нашем сердце — это доказательство того, что мы в единстве и гармонии с Богом. Бог овладевает нашим сердцем. Давид — прекрасный пример этого преимущества. Бог назвал его мужем по сердцу моему. Интересная фраза. Деяние 13 глава, 22 стих. «Отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему». Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Его послушание в исполнении воли Божией было проявлением того, что он был мужем по сердцу Бога. Его сердце и сердце Бога были на одной волне. Основанием для этого было то, что Бог сказал Саулу в 13 главе 1 книги царств. «И сказал Самуил Саулу, Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего. Бог требует от лидера быть мужем по сердцу Божьему. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни действовала Божья власть, вам необходимо быть мужем по сердцу Божьему. Саул потерпел в этом провал, а Давид как раз имел такое сердце. Это не означает, что Давид был совершенным. Но его сердце было по сердцу Бога. Итак, Саул утратил свое царство, несмотря на то, что по всей логике он вполне подходил на эту должность. У него была масса хороших качеств, необходимых для хорошего царя. Но было одно, но он не был мужем по сердцу Божьему. Это проявилось в том, что он наслушался Божьего повеления. Бог избрал Давида, потому что он был мужем по сердцу Божьему. Что это на самом деле означает? Это включает в себя два аспекта. Во-первых, Давид был тем, кто ищет Божьего сердца. В том смысле, что он искал того, что по сердцу Богу через хвалу, потому что он любил Бога и хотел познать Его лично. Разумеется, мы видим это из его стиля жизни прославления Бога. Книга «Псалтырь» — самая большая книга в Библии. Большая часть псалмов написана Давидом. Среди всех людей его сердце было исполнено хвалы Богу. Многие псалмы Давид написал тогда, когда убегал от Саула и был под давлением обстоятельств. Его сердце было исполнено хвалы как в хорошие времена, так и в плохие времена. В результате того, что Давид постоянно обращался к Богу и искал его через хвалу, его сердце вошло в глубокое подчинение Богу и в единство с сердцем Бога. Он был послушен Богу во всем. Это второй аспект того, что означает быть мужем по сердцу Бога, который исполнит все хотения Божьи. Стиль жизни послушания – это плод того, что в сердце подчинено Богу. Покоренное сердце – это второй аспект того, что значит быть мужем по сердцу Бога. Ведь в Деяниях, 13 главе, 22 стихе, так и сказано, «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Предлог «по» в греческом языке — это предлог «ката». Он означает «находиться в подчинении у кого бы то ни было» или «быть под контролем, под властью». Давид ⁇ муж по сердцу моему. Это означает, что сердце Давида было в подчинении у Бога. Он был полностью покорным Богу в своем сердце, потому что через хвалу он привел свое сердце в единение с божьими желаниями и законами. Классическим примером этому является 18-й псалом. Через поиск божьего сердца, посредством хвалы, Сердце Давида вошло в единение с Божьим сердцем, что сделало его мужем по сердцу Бога. Это качество и сила его сердца, которую он развил с помощью стиля жизни в хвале, приготовило его к тому, что он стал великим лидером для народа Божьего. Для того, чтобы мы с вами стали мужами и женами, которым Бог может доверять, мы должны постоянно приходить к Богу к Богу через хвалу и поклонение, чтобы Дух Божий мог привести в наше сердце сладостное подчинение и единение с сердцем Бога, чтобы мы наслаждались тем, что исполняем Его волю. Таким образом, мы станем людьми по сердцу Бога, как Давид, что принесет довольство Богу и принесет Ему славу. Аллилуйя. Это было седьмое преимущество. Восьмое же состоит в том, что хвала, благодарение и поклонение ⁇ это фундамент для развития наших добродетелей и характера. Мы порой думаем, что если у человека высокая мораль, его хорошо воспитали. Но если этот человек живет без Бога, его моральные принципы будут все больше понижаться. Потому что основание нашей морали... Это Бог в нашей жизни. Без Бога наша мораль разрушается. Мораль, ценности и убеждения человека ⁇ это не самое глубокое, что можно о нем сказать. Эти качества зависят от чего-то более глубокого и более фундаментального. Моральность человека ⁇ это на самом деле и есть его праведность. Мораль и праведность — практически слова-синонимы. Его праведность управляет тем, как он ведет себя в мире. Но еще глубже — его святость пред Богом. Она определяется присутствием Бога в нем, в какой мере Бог обладает им что в свою очередь определяется его подчинением Богу, его благочестием, его связью с Богом через веру. Чем сильнее покорность Богу, тем больше Дух Божий владеет человеком, и он становится все более святым. Святость человека пред Богом – это основание для его праведности пред людьми. Святость в итоге определяет праведность. Человеку могут с детства привить высокие моральные устои, но если он не будет жить в единении, в отношении к живым Богом, его моральность будет пустой внутри. Человек под давлением Духа мира будет все больше и больше идти на компромисс с этим миром. Его мораль, будет становиться все слабее, потому что под ней нет крепкого основания. И со временем слабость этой морали обязательно проявится. Истинная сила и величие человека как физического субъекта определяется его внутренней силой. Мне нравится рассматривать сердце в виде трех кругов или трех ядер. Человек смотрит на внешность, а Бог зрит в самое сердце человека в его сущность. Итак, три цикличных круга или ядра. Внутренний круг сердца ⁇ это посвящение человека Богу. Это и есть его святость. Оно определяет его связь с жизнью Бога. Определяет уровень... Божьей славы, уровень любви в нем, этот внутренний круг является тем самым основанием, на котором Бог действует в человеке. Далее средний круг или среднее ядро сердца — это моральность, честность и праведность в жизни человека. И чем больше человек входит в подчинение Богу, тем больше в него входит Божья жизнь и Божья любовь. Она подпитывает и укрепляет моральное состояние человека. Пока человек состоит в отношениях с Богом, это будет придавать силы его высокой моральности, его праведности. Но если человек не состоит в общении с Богом, если между ними нет связи, то моральность человека будет постепенно ослабевать под давлением духа этого мира. А внешний круг человека ⁇ это его власть. Это уже легче измерить. На самом деле, праведность ⁇ это основание для нашей способности и права применять власть. Основанием нашей праведности является наше подчинение Богу, наша святость. В большинстве случаев люди просто хотят выглядеть успешными, показать всем, что они всего достигли, что они обладают властью, и что они могущественны. Ключ к истинному росту состоит не в том, чтобы создавать напускной успех, но созидать наше внутреннее ядро. В тренажерном зале вам сказали бы, что ключом к правильному фитнесу является созидание самого себя изнутри. Потому что если вы созидаете свою внутренность, то Божья жизнь автоматически укрепит вашу мораль, и вы будете иметь способность править и царствовать в вашей жизни. Таким образом, наше подчинение Богу является основанием для нашей моральности, и нашей истинной духовной власти. И как мы уже поняли, мы созидаем наше внутреннее сердечное подчинение Богу и связь с Богом через хвалу и поклонение. Восхваляя Бога, мы утверждаем Его власть, Его престол и ставим Его на самое первое место в нашей жизни. И чем больше мы возвеличиваем его престол, тем более крепкими становятся наши моральные устои, и как результат улучшается наше поведение. Но все это начинается с хвалы и поклонения. Если посмотреть на негативную сторону, то обратите внимание, что сказано в первой главе о Римлянам. Павел здесь описывает всю ту же прогрессию. Он показывает, что происходит с людьми. Почему они идут по наклонной вниз? почему деградируют общество и люди, которые отворачиваются от Бога. Первая глава послания к римлянам описывает падение морали и ухудшение поведения человека и общества в целом. Здесь показан сам корень проблемы. При этом Павел не дает поверхностный анализ. Он не говорит, что им просто нужно вести себя лучше. Он зрит в корень проблемы. Человек заменил поклонение живому Богу поклонением творению, включая самого себя. Человек не прославил Бога как Бога. Под моралью человека скрывается проблема того, кому он на самом деле поклоняется. Когда человек теряет благоговение пред Богом и подотчетность Богу, теряет ощущение, что Бог над ним, когда он теряет теряет живую связь с Богом, он теряет и моральность, праведность. Он теряет все свои моральные ориентиры и постепенно становится рабом своих греховных желаний. Его хвала и поклонение Богу является фундаментом для его морали. Если он прекратит почитать Бога и прославлять Его, то неизбежно начнется его падение. Он будет идти под откос. Об этом же говорится и в послании к римлянам первой главе, о чем мы уже упомянули чуть выше. Это начало проблемы. Смотрите, они не прославили Бога, не почтили Его и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. То есть, что же это означает? Их мысли стали тщетными, пустыми и поверхностными, ибо невидимые Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и омрачилось несмысленное их сердце, то есть в их души, вошла тьма, Поэтому, когда вы прославляете Бога, поклоняетесь Ему, в ваше сердце приходит Божья жизнь, Божья сущность. Это придает вам силы жить правильно. Но когда люди перестают поклоняться Богу, их сердца пустеют и омрачаются. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То есть, вместо поклонения Богу, они начали поклоняться образом и творению. Они искали смысл бытия не в своем Творце, а в творении. Написано так, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся» то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Начало постепенного движения вниз по наклонной имеет духовные причины. Человек прекращает славить, благодарить и хвалить Бога. Вместо того, чтобы поклоняться Творцу и искать Бога как главный источник жизни, реальности и смысла, человек ищет смысл реальности в творении и даже видит себя, самого высшей реальности. А это наихудший из грехов. Это секулярный гуманизм. Это тьма в ее худшем проявлении. Творение ⁇ это всего лишь образ реальности. Бог есть реальность. Все в творении является всего лишь образом реальности. Поэтому, когда мы заменяем поклонение Богу, поклонением творению, это является идолопоклонством. Когда сердце отходит от Бога и ищет смысл в сотворенном, то это и есть идолопоклонство. Оно является корнем всех грехов и аморальности. А вот с чего начинается падение человека. И после этого Павел говорит, что как результат этого духовного греха, тьма приходит в его душу, в сердце, разум и эмоции ослепляет его духовное зрение, так что он не способен видеть Бога и Божью истину, и растлевает его моральные ценности. Он теряет свои моральные принципы. И затем Павел говорит, что это проявляется в его теле. Написано, что это проявляется в том, что люди бесчестят свои тела. Они сами же оскверняют свои тела. Они предают свои тела нечистоте. Они оскверняют свои тела то есть это проявляется в их поведении. А как мы знаем, поведение — это производное от начальной духовной проблемы человека. Это результат идолопоклонства, результат того, что человек отверг Бога и ищет смысл в чем-то ином. Итак, духовный грех начинает процесс растления и затем проявляется в душе и теле человека. Сатана это понял. Он понял, что то, кому принадлежит поклонение человеком, определяет все остальные сферы. Оно определяет его мораль и его поведение. Дьявол показал Иисусу все царства земные. Все это будет Его, если только Иисус преклонится пред Ним. Кто-то может подумать. Это же всего лишь один акт поклонения. Ну подумаешь? Это плохой ход мысли. Но и сатана знал, и Иисус знал, что как только ему будет принадлежать чье-то поклонение, это станет определяющим фактором для этого человека. Разумеется, Иисус никогда бы не поклонился сатане. Но предположим, что это произошло, тогда все его естество оказалось бы во власти сатаны. Тогда бы тьма наполнила его душу. И все его действия были бы под властью греха. И если бы он заставил Иисуса поклониться ему, он бы одержал над ним полную победу. Крайне важно понять, что вас определяет то, кому вы поклоняетесь и насколько вы отдаете себя поклонению. А выход из моральной тьмы и неправильного поведения и ключ к свободе от греховного стиля жизни состоит в том, чтобы устремить наши сердца и разум Господу, дать Ему первое место и принести Ему нашу хвалу и поклонение. Как только мы начинаем поклоняться Богу всем сердцем, свет и любовь Божьего присутствия, Божьего Духа, входит в наши сердца и разум и прогоняет всему, заполняет собой пустоту наших мыслей, Восстанавливает наши моральные ценности, мы начинаем ненавидеть зло. До этого мы наслаждались злом. Изменяются наши мотивации, на передний план выступает наша праведность. Его дух дает нам силу жить так, чтобы нами управляла любовь. Все это начинается с хвалы и поклонения. Это ключ, с которого все начинается. Мы идем в неправильном направлении, когда прекращаем поклоняться Богу. И чтобы начать снова идти по верному пути, мы, прежде всего, должны вернуться к должному поклонению Богу. И тогда в нас входит Его Дух. Это восстановит нашу мораль и изменит наше поведение и образ жизни. Поэтому хвала и поклонение важны и фундаментальны для того, чтобы мы хранили, восстанавливали, созидали и укрепляли свою добродетель, мораль и характер. Это очень важно. В следующий раз мы продолжим рассматривать преимущества хвалы и поклонения. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.